Итак, здравствуйте, ребята, меня зовут Фишерман Хунтер, я как всегда с вами, я сегодня на рыбалке. Сегодня я вышел в открытую речку, в открытую на катере. Катер мы взяли на прокат. Я не знаю, каким образом, но я как-то вот в эти кусты заехал, ребята. Ну, у меня вот штурман меня завез. Как-то, я не знаю, моя не знает, как она рулила. Но мы как-то заехали. Кусты, ребята. Видите? Дорога. И что сейчас будете делать? Выезжать. Уезжать после... Нет, после. После, да? Да. А сейчас мы будем смотреть блёсна. Чё-то нихуя ребята не ловятся на такие блёсна. Часа два, наверное, кидаем. Нихуя. Щука не хочет. Чебат прыгает, окунь прыгает. Щука не хочет нихуя. Ну тут затоплено все было. Сверху видишь, какая хуйня летает чайка. Нихуя не хочет. Клювать не хочет, блядь. Нету рыбы, в аркарке. Ну туда покажи, там почти уже иртыш. За теми тальниками большими иртыш должен быть, уже устья. Бедная аркарка, блядь, без рыбы нахуй. А в тех кустах опять что-то булькает. А чё? Ну потому что это вертикально, она снимается, потому что... Вот чё, так? Конечно. Перевернула, не ворчи. Да. Надо же детям показать, что я плыву на лодке. Плывём на дебаркадере. Кирилл, обращение к тебе. Если бы ты мне сейчас с Вероникой пирог не состряпал, рыбный, мы же рыбу должны были поймать. Выбирай угол. Там дом чей-то висит. Охуенный шар. Мы плывем на речь, на лодке опь, по речке арка. Вон, смотри, сейчас холодный. Что-то не достроили, что ли?